Здесь больше не дует из окон, под ногами не скрипят деревянные полы, нет сильного запаха еды и повышенной влажности воздуха. Столовая школы номер 29 изменилась кардинально. Здесь провели ремонт пищеблока и обеденного зала, закупили бытовую технику, заменили освещение и систему водоотведения. Посмотреть новое помещение приехали депутаты городской думы. Мы видим уже яркий пример того, что наша программа действует, меняется. И посуда, меняются столы, стулья, оборудование, прежде всего, на заводе сюда новое. Соответственно, на качестве еды это также отражается, оно улучшается. Пищеблок давно требовал обновления. Школа была построена в 1981 году, и с того времени здесь проводился только небольшой косметический ремонт. Здесь более 500 детей начальной школы. Вот на данном объекте, в этой школе, 100% охват горячим питанием. И 83-85%, в зависимости от отдельного от расписания, это 5-11 класс. Сегодня новое помещение выглядит ухоженным и уютным, а работать и обедать там – одно удовольствие. Дети оценили столовую по достоинству. Теперь здесь, в комфортных условиях, они получают силы для усвоения знаний. Виктория Шарая, Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.